В 2023 году штат Одинцовской областной больницы пополнили 583 сотрудника. Это врачи общей практики, узкие специалисты и средний медицинский персонал. В этом году работа по привлечению кадров будет продолжаться. Сейчас на работу приняли 55 человек. Активно развивается взаимодействие с вузами и колледжами. Заключаются целевые договора. Целевые договора, заключенные с студентами медицинских вузов, по ординатуре 56. Как специалист 122. Активно развивается прохождение практики студентами из других регионов. В прошлом году в округе практиковались 5 студентов из Астраханской области. Мы можем общаться с медвузами, с различными, в том числе уже работающими медицинскими учреждениями, в которые мы можем тоже обращаться и поискать там кадры. Привлечение нового медицинского персонала осуществляется комплексно. Через сайт медучреждения по программе «Приведи друга», а также взаимодействуя с вузами и колледжами. В округе проводится профессиональная переподготовка и повышение квалификации, исходя из потребностей в узких специалистах. Выпускники уже, по сути, сейчас готовятся совместно с сертификатом лечебное дело, они получат еще и свидетельство об аккредитации скорой и неотложной помощи. Это тот бонус, который помимо стипендии они получают от правительства Московской области. Одинцовский округ среди муниципалитетов признан лучшим по привлечению специалистов, в том числе программы «Социальная и бюджетная ипотека», «Земский доктор, приведи друга». Также для привлечения медицинских сотрудников предусмотрены муниципальные меры социальной поддержки, компенсация аренды жилья, предоставление муниципального жилого помещения, приоритетное зачисление детей медработников в школы и детские сады. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».